работа компании Heavy Drive в старой пинакотеке в Мюнхене. По окончании выставки «Флоренция» и ее художники, команда Heavy Drive производит демонтаж стеклянных витрин, установленных для защиты двух произведений искусства 15 века. Труд Тита Ливия о Македонской войне 1470 года защищает витрины из стекла высотой около 1,2 метра и глубиной 60 сантиметров. Для демонтажа витрины весом 92 килограмма на мачтовый подъемник ML-51 крепится грузоподъемный манипулятор. На него подвешиваются две вакуумные установки VSG-320PL для узкого стекла. Вакуумные установки позиционируются по центру стекол и с двух сторон одновременно производится захват защитной витрины. Установка в автоматическом режиме контролирует процесс присасывания. В случае задержки в процессе монтажа присоски полностью сохраняют свою присасывающую силу. Ослабление вакуума может произойти не ранее, чем через 15 минут. В этом случае, благодаря системе безопасности, установка автоматически производит подкачку. Мачтовый подъемник безопасно снимает с произведения искусства защитную витрину в течение всего лишь нескольких минут. Также и Мадонну с младенцем, кисти Фра Филиппо Липпи 1465 года, во время выставки защищала стеклянная витрина высотой около 1,4 метра, шириной 1 метр и глубиной 60 сантиметров. Вакуумные установки с обеих сторон подводят к стеклянным элементам, позиционируя их по центру. Одним нажатием кнопки установка VSG-320PL производит безопасное присасывание защитной витрины. Теперь оператор может поднять мачтовый подъемник Heavy Drive и снять с бесценной Мадонны защитную витрину весом более 100 килограммов. В течение всего лишь 5 минут работа была завершена, и произведение искусства готово к транспортировке.